4 на аргентинские провинции Банфилд и Кордова обрушился мощный ураган. Стихия унесла жизни 4 человек. Сильные ливни и ветер оставили несколько муниципалитетов без электричества. Более 50 жителей города Чивилка эвакуировали в безопасные районы. В столице страны Буэнос-Айресе несколько деревьев обрушились на автомобили. К счастью, никто не пострадал. А в Ла-Плате порывы ветра повредили крышу футбольного стадиона.